Вместо ремонта двойная сплошная. В народный контроль вестей обратились жители Красноперекопского района. На улице Носкова появилась новая разметка. Вот только нанесли ее на старые ямы. И теперь автолюбителям приходится нарушать правила дорожного движения и пересекать двойную сплошную, чтобы объехать ямы. По словам ярославца Эдуарда Тимашова, разметка нанесена в том числе и на том месте, где водители чаще всего вынуждены выезжать на встречную полосу. Я бы, знаете, сказал, даже какая-то надсмешка, наверное, над людьми, потому что, ну, взять просто, знаете, вот так нарисовать разметку на сломанной дороге, ну, это вообще парадокс полный. Не сделать дорогу, а просто нарисовать разметку. Ну, видимо, просто издевательство какое-то. В агентстве по муниципальному заказу ЖКХ отметили, что на этом участке были запланированы и ремонт дороги, и нанесение разметки. Ориентировочно ремонт улицы Носкова запланирован с 12 по 17 июня, если погода не внесет коррективы. Вот только разметка появилась раньше асфальта, и ее после ремонта, похоже, придется рисовать заново. Восстановление, отмечают в агентстве по муниципальному заказу ЖКХ, входит в гарантийные обязательства, которые подрядчик обязан выполнять. Двойной оплаты за двойную сплошную не будет. Если нанесенная разметка будет попадать в зону ремонта, она просто будет восстановлена. Это обычная практика. Ямочный ремонт и нанесение дорожной разметки – это два не взаимосвязанных контракта. Вот. И мы должны понимать, что план, по которому работает подрядная организация по нанесению разметки, он порой не стыкуется.